Друзья мои, всех приветствую на проекте Эрнст разоблачает, и сегодня новый выпуск. С нами в эфире Эрнст Ветер, специалист в области экстрасенсорики и сверхспособностей человека. Друзья, всех приветствую, рад, что вы с нами. Эрнст, тема, о которой сегодня пойдет речь, она настолько загадочная, и уже было высказано столько версий по этой теме, что я, наверное, спрошу сегодня вас, вот как вы считаете, с чего нужно приступать к, хотя бы к попытке ответить на вопрос, что же там произошло на этом перевале? Когда мы сталкиваемся с чем-то непонятным, всегда нужно задать себе вопрос своей интуиции и своему ощущению поля. Дело это рук человеческих или нет. И далее мы уже идем по двум путям. Если это сделали люди, мы ищем причину. Если это сделали не люди, а кто-то еще, то это, как правило, следствие чего-то. Это в ходе передачи я объясню, с чем это связано. И надеюсь, вам будет интересно. Оставайтесь с нами. Сегодня вас ждет много интересного. Эрнст, а если мы, как обычно, пойдем по классическим фотографиям? То есть, да, фотографии места, фотографии вещей и людей. Этого хватит, на ваш взгляд, вот именно по этой теме? Или что-то еще необходимо добавить? Вы знаете, наоборот, чем меньше информации есть у практика, тем больше он полагается на ощущение, которые он может притянуть из каких-то исторических эгрегоров, то есть из эгрегора информационного, из эгрегора того события. Чем больше у практика информации, которую он получил из СМИ или еще откуда-то, тем больше включается его здравый смысл, который может невзначай перекрыть вот этот голос интуиции или ощущения. Поэтому для хорошего практика, чем меньше вы ему даете информации, тем более четкие будут результаты. И чем больше информации, тем, соответственно, вы можете разбавить его ощущения. Где-то возьмут эмоции вверх, где-то возьмет вверх какое-то предубеждение. Поэтому всегда давайте информации по минимуму. Я вас понял, Эрнст. Тогда сегодня мы разделим фотографии на три типа. Живые люди, мертвые люди, то есть уже после вот некого инцидента, да, который произошел, и само место действия, то есть это то место, в котором они жили, и округа вокруг этого места. Как считаете, с чего есть смысл приступить? Ну, для начала мне нужно было бы увидеть непосредственно этих людей. Далее я скажу, если это не рук человеческих дело, тогда мне нужно будет изучить место, где они находятся, если есть фотографии того места. И потом я уже скажу, с чем это было связано. Если же это, конечно, сделали люди, то, в принципе, место не имеет большого значения. Сами понимаете. Я понял вас, Эрнст. Хорошо. Значит, так и поступим. Хорошо, я попробую. Сейчас я смотрю живого Игоря Дятлова. Это человек очень светлый, очень приветливый. Я думаю, что у него всех конфликтов в жизни можно было пересчитать на пальцах одной руки. Он был всегда открыт к новым идеям и был с очень любознательным, любопытным умом, поэтому, наверное, это его и погубило. Если я сейчас смотрю вторую фотографию, на которой мы видим уже непосредственно трупы, там, где вот он так лежит боком, не накрыто, а именно вот лицо, ну, в бок лежит. Итак, друзья, я вынужден сейчас констатировать тот факт, что эти люди были убиты, и убиты внеземными существами, которые имели очень и очень плохой отрицательный настрой к нашим путешественникам. То есть могу четко сказать, что это не человеческих рук дело, полностью нечеловеческих, и связано это непосредственно с энергетикой этого места. Как я понимаю, сейчас я сам немножко разберусь в этом, то, что я здесь ощущаю. В общем, произошла следующая история. Наши путешественники разбили палатку и случайно наткнулись, как я вижу по событиям, которые я могу восстановить у себя по визуализации, ночью они столкнулись с какими-то неведомыми существами, которых до сих пор Земля не встречала, но, как я понимаю, это были определенные эксперименты. То есть эти пришельцы были на Земле с целью проведения экспериментов. И вероятнее всего, что наши путешественники оказали какую-то агрессию. Ну и, соответственно, получили ответку, получили ответную реакцию от пришельцев назад. Потому что то, что я вижу на этих фотографиях, это нечеловеческих рук дело. То есть их убивали не люди. Причем убивали их довольно-таки бесконтактно. Я уверен, что никаких следов, таких следов, явных следов, какой-то, например, от ножа или от каких-то режущих, колющих средств на теле не было. Скорее всего, что это, во-первых, их заставили разбрестись по местности, чтобы было легче с ними расправиться. Это было сделано с помощью какого-то очень сильного психотронного оружия, которое заставил этих людей впасть в некое легкое безумие и разбрестись. Тем самым они не смогли оказывать сплоченный отпор. Ну а дальше уже с ним было, естественно, намного проще разобраться. Насколько я вижу, пришельцев было три. Три пришельца, которые убивали наших путешественников по очереди. То есть они умерли все не в один момент, они умирали по очереди. Но то, что я сейчас ощущаю, это довольно, конечно, очень негативная вещь, потому что им вселили очень сильное чувство страха. Они просто убегали, сами не понимая почему, ощущая страшную панику. И поскольку я уже немного занимался этим вопросом, могу сейчас сказать, что это очень сильное оружие, которое на Земле еще не так развито, но инопланетных существ оно очень сильно развито. И когда им нужно каким-то образом отпугнуть людей, они его запускают. У человека случается сразу же паническая атака, и он просто перестает контролировать свои эмоции, перестает контролировать ситуацию, и можно очень легко управлять. Но, к сожалению, то, что мы здесь видим, это не очень хорошая история. Но единственное, что я могу сказать с уверенностью, что это сделали не люди. И тем самым мы можем сразу же освободить многие человеческие умы от того, что это совершили люди с целью, там, не знаю, устранения каких-то нежелательных гостей. Эрнст, а все-таки почему их убили? То есть это именно, получается, был акт агрессии на некую агрессию или же что-то другое? Это был акт защиты на агрессию. Как я понимаю, наши путешественники увидели незнакомых существ, доселе неведомых им, и, видимо, они решили либо разведать что-то, либо же оказать сразу же сопротивление. Как я понимаю, оружие у них было при себе. По крайней мере, то, что я вижу, у них было какое-то очень легкое оружие. Возможно, это была винтовка, возможно, это был даже дробовик, который был у них с собой, и вероятнее всего, что был произведен один или два выстрела в сторону наших пришельцев, и тем самым они вызвали очень сильную агрессию. Ну а дальше у них практически не было шансов на выживание. Выходит, это был как бы акт самообороны со стороны пришельцев? Вероятнее всего, что это был акт самообороны, но сильно они не щадили. То есть, в принципе, включить психотронные оружие, этого было бы достаточно, чтобы они просто исчезли с этой местности, они бы просто разбежались. Но опять-таки пришелец пришельцу рознь. Если мы, например, разговариваем о серых, которых вы можете увидеть вот в этом видео, то эти пришельцы, они довольно-таки безопасны. Но существует много разновидностей, о которых мы, в принципе, даже мало что знаем. И, как я понимаю, эти оказались довольно немиролюбивые существа. Эрнст, а вот смотрите, мы уже на проекте «Эрнст разоблачает», мы довольно много исследовали инопланетных всевозможные там, да, и корабли, и существ. Вот мы с чем-то похожим по энергиям сталкивались или же нет? Нет. Нет, никогда. Если бы мы сталкивались... Ну, здесь я вижу явную, знаете, такую агрессию победителя. Эти инопланетные существа знали, что они выиграют в этой схватке, хотя их по количеству, конечно же, люди их превосходили, но они могли очень спокойно просто напугать этих людей и исчезнуть. Но они решили, скажем так, довести эту схватку до конца, и что-то им с легкостью удалось. Но, к счастью, таких пришельцев на Земле у нас немного. И я это понимаю в силу того, что, возможно, это был просто либо какой-то очень краткосрочный эксперимент, либо это была вынужденная посадка, которая была не запланирована. Потому что если бы это происходило часто, мы бы часто слышали о таких зверствах. А вот вы еще сказали, что как-то с этим была связана энергетика местности. Что именно вы имели в виду? Насколько я ощущаю, эта энергетика, она... Смотрите, определенные инопланетные существа никогда не сядут на любой территории. Есть благоприятные энергетические места, есть неблагоприятные. И в определенных местах она, скажем так, притягивает инопланетян. То есть мы не видим инопланетян по всей Земле, мы их видим только в определенных местах. Это была довольно... сильная энергетика, но негативная. И в соответствии вот с этой энергией мы можем определять даже, в принципе, настрой этих существ. Но, как я понимаю, они уже были на том месте. Вероятнее всего, что местные жители тоже не особо жаловали это место. В силу того, что, возможно, что эти существа присутствовали и до этого. Возможно, что это была их временная остановка. Сейчас я не могу это четко сказать, но нужно было бы разобраться, что говорили местные жители об этой местности. А сейчас я попытаюсь объяснить. Дело в том, что когда шаманы проводят определенные ритуалы, они разрушают энергетику Земли. Как я уже сказал, инопланетные существа не приземлятся в любом месте, а только лишь в тех местах, где есть определенные пробоины в энергетике. Это как на нашем человеческом теле. Если энергетика сильная, его невозможно пробить. И точно так же для инопланетных даже не то, что не приземляться, а их просто не будет притягивать. И, соответственно, если у инопланетных существ настрой негативный, они ощущают вот эти негативные энергии на земном шаре и могут туда присесть. Поэтому, когда начинают рассказывать всякие истории, они, как правило, базируются на каком-то начале, а далее, соответственно, они уже служат как приманкой для нехороших событий, которые могут происходить. Да, я уверен, что они происходили и до этого. То есть, вероятнее всего, что в этом месте эти инопланетяне уже были и наверняка убивали не одного человека. Поэтому, скорее всего, что это была закономерность. Если им говорили туда не идти, просто, видимо, не могли объяснить, в чем дело. Ну, а здесь мы уже явно увидели, в чем было дело. Эрнст, и если получается резюмировать, ваша версия, да, вот именно что вы видите, это инопланетный разум, то есть, да, это инопланетяне, это не йети, это не параллельные измерения, это там не прошлые цивилизации, это именно кто-то извне, там, со звезд, с иных планет. Да, совершенно верно. Инопланетные цивилизации, как я уже сказал, могут быть добро к нам настроены, могут быть зло к нам настроены. А вот параллельные миры, они, как правило, не совершают никаких плохих вещей относительно нас, поэтому если мы будем рассматривать когда-нибудь именно истории о параллельных мирах, которые мы, в принципе, уже раз сделали, о Битлсе, и мы будем даже пытаться найти какой-то подвох в параллельных мирах, то их там нет. Ну а вот пришельцы, разный раз, как говорится, не приходится. Мне кажется, можно завершать, да, выпуск? Да, наверное, да. Ну, в принципе, видите, тут, опять-таки, то, что я ощущаю, многие люди могут в это не поверить. Я не могу сказать, что это была какая-то чепуха, но вот зачем мне тогда выдумывать то, чего я не чувствую? Поэтому я говорю, как есть. Ну. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь им со своими друзьями в соцсетях. Друзья, также мы хотели бы сказать одну важную вещь. Съемка, монтирование, сведение таких выпусков – это большой труд. Если вы хотели бы поддержать нашу работу, вы можете оформить поддержку нас через известный американский сайт Patreon. Вы заходите на сайт и далее на самом сайте нажимаете кнопку Become a Patron и вводите сумму ежемесячного пожертвования на ваш курс. Ссылку на Patreon вы найдете под этим видео. А в качестве дополнительного бонуса за подписку вы будете получать доступ к новым выпускам наших основных проектов на несколько дней раньше премьеры на YouTube. А о самых главных спонсорах мы будем упоминать в конце наших выпусков. Мы благодарим вас за то, что вы смотрите нас. Друзья, оставайтесь с нами. Искренне ваш Эрнст Ветер.